Итак, ребята, вот такой нож у нас получился. Нож довольно неплохой. Вполне себе острый. До 2000 он отточил. Ручка получилась более чем хорошо. Мне нравится. Цвет персик и береза. Вполне себе неплохо. Не знаю, единственное, насчет вот такой вот гарды. Будет ли она считаться уже боевой, или все-таки это еще кухонный нож. Если знаете, пишите в комментариях. Но в принципе и все. Зато никаких кровостоков, никаких долов нет. Никаких зазубрин на лезвии. Все отлично. Ну ладно. Все, всем пока.